На часах 10 вечера на озере Светлом довольно многолюдно. При этом большая часть из присутствующих – дети и подростки до 17 лет. И все это, несмотря на введенные на территории республики ограничения. Вы знаете, что нахождение после 22 часов несовершеннолетним гражданам запрещено? Указ главы имеется республики Башкортостан. Тем более у нас повышенная готовность из-за коронавируса. Так ведь слышали, наверное, да? Вот поэтому до 17 лет несовершеннолетним нахождение в общественных местах запрещено, только в присутствии законных представителей. Большинство из опрошенных подростков не знакомы с указом Радия Хабирова. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому у детей младше 17 лет, которые находились в общественных местах, после 22.00 сотрудники полиции записали адреса проживания и телефоны родителей. В случае повторной фиксации нарушения беседовать будут уже с родителями или законными представителями. Их в случае задержания несовершеннолетних привлекут к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Если же подросток будет в состоянии опьянения, то с достижения 16 лет протокол составят и на него самого, и на родителей. Были выявлены ряд нарушений. То есть у нас была выявлена несовершеннолетняя девочка, которая находилась в нетрезвом состоянии. Она, как полагается, было проведено обследование в наркологическом диспансерном отделении. Действительно показало наличие алкогольного опьянения. Были вызваны законные представители, составлен административный протокол по пункту 5.35, часть 1 КОАП РФ, и составлен административный протокол по пункту 20.21. То есть это появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Также в ходе рейда представители комиссии посетили одну из неблагополучных семей. Сотрудники отдела опеки недоумевают, почему двое взрослых, здоровых людей не спешат устраиваться на работу, а живут на детские пособия. Очень удобно. Данные граждане проживают на средства детей. Они получают пенсию по потере кормильца, плюс те путинские деньги, которые у нас выплачивает государство. Это два человека, которые абсолютно не хотят работать. В данный момент у них перекрыт источник дохода. Дети находятся в социальном приюте. Человек пишет на нас жалобы везде, прокуратуру, еще куда-то. Условия для того, чтобы дети проживали в нормальных условиях, не созданы. Нету условий для сна, отдыха, занятий детей. Хороших условий для проживания детей здесь, как отметили представители комиссии, нет. Так же, как и самих ребят. Дети, старшие из которых 10 лет, совсем не хотят возвращаться туда, где о них не заботятся и не беспокоятся об их благополучии. Единовременные выплаты, значит, на детей с 3 до 16 лет. Сейчас у нас действительно возникли такие проблемы, что законные представители их, значит, используют не по назначению. То есть настоящие время до 15 августа мы тоже должны провести рейдовые мероприятия по семьям, которые признаны в опасном положении, по нашим семьям, которые состоят у нас на учете, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. То есть мы должны уже выявлять факт, значит, подготовки детей к школе или неподготовки детей к школе. Поэтому я думаю, что рейдовые мероприятия обязательно у нас продолжатся. Далее сотрудники полиции и представители органов опеки посетили одну из кальянных. Жители дома по улице Строителей часто жалуются в полицию на то, что сюда пускают несовершеннолетних. Представители комиссии выявили здесь и массу других нарушений. Нет ни уголка покупателя, ни данных о владельце заведения или документов, подтверждающих разрешение на продажу кальянов и алкогольных напитков. Посетители данного заведения, видимо, тоже не особо интересуются указами главы региона. Ведь в одном из них черным по белому написано, что использование кальянов в общественных местах и барах сейчас под запретом. Еще одной бедой сотрудники полиции называют заброшенное сооружение на Березовском шоссе. Здесь как днем, так и ночью собираются подростки из разных уголков города. Стражи правопорядка просят родителей быть более бдительными и следить за тем, где их дети проводят свободное время. Особенно это касается тех, кому еще нет и 17 лет. Они не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 10 вечера и до 10 часов утра.